Всем привет, с вами Бойко Алексей, и вы смотрите канал Компьютерный Гений. В этом видео я хочу показать, каким образом можно в Linux-системе проверить скорость флешки на запись и на чтение. Для этого мы используем утилиту DD и вот такие две команды, вернее три даже команды. То есть вот первая команда у нас это идет проверка скорости на запись. Вторая команда у нас скидывает кэш памяти. Вот. И третья команда у нас проверяет скорость чтения. Итак, для того, чтобы нам запустить эти проверки, копируем вот эту команду. Данную команду я напишу под этим видео, вы сможете ее скопировать. Вот. И открываем нашу флешку. И на флешке, вот в месте, где мы ее открыли, правой кнопкой мышки кликаем и открываем терминал именно вот таким способом, чтобы мы находились вот именно вот в месте, где у нас находится сама флешка, да? Затем мы вставляем эту команду и жмем Enter. И у нас идет запись вот этого файла на флешку. И в конце нам покажет скорость записи на флешку. Все, флешка на скорость проверена. И здесь мы можем видеть, что скорость была 2,9 мегабит в секунду. Теперь давайте мы очистим кэш от этой команды. Очищаем кэш. Так, вводим пароль. И следующая команда, мы тестируем скорость чтения флешки. Вставляем ее и запускаем. Все, на скорость мы проверили. И здесь мы можем видеть, что скорость чтения 32,8 мегабит в секунду. Напоминаю, что эти команды вы сможете найти под этим видео. На этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставим пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с вашими друзьями. Пишите комментарии. С вами был Бойко Алексей. Всем пока!